Хью Грант выступил в суде по делу о применении СМИ недопустимых методов получения информации. По словам актера, его телефон взломали сотрудники таблоида «Британс Мейл он Сандэй». Историю его амурных дел, опубликованную в 2007 году, журналисты могли узнать только из его голосовых сообщений, говорит Грант. Ранее он обвинял в аналогичных нарушениях несколько СМИ, которыми владеет Руперт Мёрдок. Кантри-певица Тейлор Свифт получила 3 награды American Music Awards. Среди них и главный приз – исполнитель года. Столько же призов получила британская певица Адель. Среди них лучший альбом года и лучшая поп-певица. Рэпер Ники Минаж завоевала 2 награды, победив в категории рэп и хип-хоп и также получив приз за лучший альбом. Брюс Спрингстин и коллектив E-Street Band впервые за 3 года отправятся в тур. Он начнется в мае в Европе, а летом переедет в Америку. Это также первые гастроли после смерти саксофониста группы Кларенса Клеменса. Он умер в июне в возрасте 69 лет, через 6 дней после инсульта.